Всем добрый день. Наспорт перетаскиваем плиту. Сейчас трактор перетащим, а потом один или два человека руками. Я поспорил, на два ящика никак, говорит, тут 20 человек, надо 10-20 человек, я говорю, вдвоем тащу. Вот. Делать буду уголок, мангал поставлю, казан, что еще, коптильню. Но я обманул, я сказал 200 килограмм, она больше полтонны весит. Все, потом покажу, потом измерю, покажу, сколько весит. Пока не говорю. Там приводят. А что не дальше-то, чтоб сразу ровно бывает? Давай подальше, потом ровно сразу. Давай. Вот. Вес-то отойди. Давай, давай. Давай сюда, я посмотрю. Не, вот, вот. Ну так вот вытащи, я посмотрю, сколько. Вес-то отходи. Ну, 35. Все, давай теперь так измерь. Ты, короче, линейка черкай. Ну-ка. Не здесь... надо линейки, сейчас рулетка принесет, рулетка хорошо. Светлана Николаевна, ну, 1.50 м видно, да? Видно, 1.50 м. И вот от отверстия. Да, вот смотри, где-нибудь от отверстия возьми, от отверстия вот там. Вот здесь где-нибудь от отверстия возьми и туда померишь. Не, оттуда сюда туда. Ну а откуда хочешь? Выйдем. Да, давай. Светлана Николаевна, толкнешь ломом, чтобы ты показал. Держи, подержи свет. Подержи. Да не до конца. Зачем до конца? То до ямки, до ямки. До ямки? Да. Сколько? До ямки. 2.15. 2.15, да? Да. Так, давай на чем-нибудь пальцем черни, 2.15 на 1.50 м, да? 1.50 м? 52. 1.52 м, точно? Ну, 1.51 м. Опять 50. Вот, вот, смотри. Давай. Я хорошо не вижу. Вот. Светлана Николаевна, посмотри, сколько, 1.52 м или 1.51 м? 1.52 м. Так, на, черни там на ней, 2.15 на... Два, на ней прям черник и там этой, вот этой остенькой. Вот здесь он черник на земле. Давай. 2.15. Ох ты, какими буквами-то большими. Кверх ногами. 2.15. 2.15, а сверху на 1.50 м, да? 1.52 м. 152. Да мелкими буквами может. 152. 152, толщина 35. 35 сверху напиши. 35. Вот так. 35, да? Сейчас я скажу, сколько она весит. Только толкни разок. Светлана Николаевна, толкни-ка. Покажи. Покажи Лехе, он сказал 10 человек. Вот. Короче так, он мне проспорил два ящика коньяка. Ну-ка давай. А? Вот. Ну толкай же одна. Вот. Еще. Еще? Как хочешь. Она с трубы слетит. Да не слетит, вести ноги придает, вес-то уходи отсюда. Уходи. Вот, смотри, видишь, какой у меня лев. Смотри, какой у меня лев. Светлана Николаевна. Льва. А ты видел льва? Вот, видал? Почва-то какая разница-то? Теперь вот так надо, вот. Теперь еще толкать. Нет. Трубу сюда кинуть. Надо Маринку. И пускай она ищет мою пепельницу. Все, пепельницу. Копаю, скажи, вон. Светлана Николаевна. Чего вес-то убежало-то? Смотри, он сколько, она сколько. Ты чего? У меня ты уже камеру придавишь мне сейчас. Толкай тут. Не толкай, камеру придавит. Ты что, понравилось, что ли, тебе? Другую-то перекладываем. Так, слушай, Свет. Ее же можно вот так вот сделать, я соскочу сейчас. Ну, ты за ночь одна перетащишь, может, елки-палки, здоровая такая. Слышишь? Короче, полка не пол, это, половина ящика. О, ты даже ее поднимаешь даже ее. Нифига ты здоровая. Надо трубу ставить теперь. Эту трубу надо ставить здесь. И пепельница моя. Опа! Это что такое упало? А костыль упал. А ну-ка, руки осторожно, да. А все, да, все, не надо. Не, вот о, так. Вот так нормально, да, Марин. Короче, чтобы за угол только не зацеплялось за этот самый. Иди, толкай. Ёл, нифига вы толкаете. Так, вот, смотри, упирайся скоро уже. Давай, давай еще. Надо развернуть.
Все. Опа, смотри, трубы падают. Надо вот эту тоже. Не, вот эту надо взять. Слушай, теперь туда надо. Вот эту-то пустая, вытащить ее все. Пустой, вон, пустой. Да. Так. Давай еще чуть-чуть попускай это и летит. Куда? Почему ты за тот конец не двигаешь? Легче. Легче вот туда толкать. Вот за тут. Не за этот, а за тот. Легче. Вот за отверстие. Вот оттуда, да. Бери, да, вот так, да. И все, и поворачивай. Видишь, поворачивается легко. Вот и все. И еще. Ну так можно толкнуть еще. Ну как хотишь, кош. Давай. Я не знаю, может, труп что. Нет, куда? А вдруг с этой сейчас повыскакивает? Хватит. Все, толкай вперед. Марин, толкай. Ты одна толкнешь, что ли? Куда? С куда там толкай? Там что, 800 или 900 килограмм? Какая разница, да? Куда? Вот и все. И плита на месте. Руки, Марина, осторожно. Иди, беги с той стороны. Все, два человека. Ёлки-палки. Все, опускай. Давай, давай, давай. Чего не опускается-то? Медленнее надо, аккуратно. Ты аккуратней, давай опускай. Отойди, Николай. А что ты... Застеклю и туда поставлю казан, мангал. Ой. А ты нам не давал здесь... Я тебе сказал, тут будет лист железа и крыша будет. В железном ящике, ты что? Игорь, надо, знаешь что? Что? Надо подложить туда. Ну так что подложить, давай подложим что-нибудь. Потому что это уже некрасиво. Конечно. А? Под уклоном стал. А как подложить-то? Здесь чуть-чуть надо приподнять. И земли подсыпать, да? Может, с землей.